Всем привет! В прошлый раз было видео, заводил эту пилу Electrolux 5220, а так и не завел. Многие написали, что ошибка моя была, что я заводил все время с открытым заслоном. Пробуем теперь еще раз ее запускать. Свеча новая. Один раз стаскиваем. Все, открутили. Тут мы не нажали. О, сейчас бы опять 10 минут заводил. Завелась. Вот что ты?